снимайте его. Раз, и на него, хоп, и все, нет никакой болячки. Уже ты солена ее доминацию положения, да? В клубе смешанных единоборств «Прайд» тренировки каждый день. Ведь для того, чтобы подготовиться к соревнованиям, необходимо трудиться постоянно. Каждый пропущенный день – это упущенная возможность получить опыт. Воспитанники клуба это знают, поэтому стараются занятия не пропускать. А руководство и тренеры делают все возможное, чтобы ребятам было комфортно и безопасно тренироваться. Если мы хотим идти в ногу со временем, развивать спорт, то это, ну, нужно говорить о новом оборудовании в залах. Если вы посмотрите зал, какой здесь был до этого, то есть это земля и небо. Здесь защита на батарее установлена, установили становые протекторы, поменяли татами. В зале айкидо поменяли татами, в секции кикбоксинга покрытие сменили. Сейчас, благодаря помощи депутата Саратовской областной думы Гаги Караратовича Киркасяна, там меняют 5 пластиковых окон. На счету воспитанников «Прайда» множество наград и побед. Они участвуют и в областных, и во всероссийских турнирах. Однако, уверены тренеры, это не главное. Ищут путь они здесь свой, ребята. И не обязательно он будет олимпийским чемпионом, какие-то медали или еще что-то. Главное, стань человеком. Растим, смеем надеяться, настоящих мужчин, которые смогут постоять не только за себя в будущем. Начнем с малого, за семью. Смешанные единоборства позволяют ребятам изучить азы различных направлений борьбы, научиться применять их и совмещать. При этом выступать воспитанники клуба могут по нескольким видам спорта. Занимаются здесь в основном мальчишки, но есть и 4 девочки, которые показывают очень хорошие результаты. Принимаем учеников с 5 лет фактически. Выступают они уже с 6 лет, потому что сейчас спорт настолько молодой, что соревнования есть там и 5-летние, 6-летние. Ну, как бы все равно мы стараемся, чтобы какое-то обучение прошло, и уже если есть желание у родителей, у ребенка, то он может участвовать в соревнованиях, такие как грэплинг, там, допустим, армейский рукопашный бой, рукопашный бой. Для многих клуб становится второй семьей, потому что ребята проводят здесь много времени, общаются, делятся переживаниями с наставниками и друг с другом. Ребенок, да, приходит, советуется, не только что там по своим каким-то проблемам, которые в школе у него, по жизни что-то как-то, да, приходится. И я, ну, да, тяжело, потому что слишком... Приходится на себя много принимать. Занятия смешанными единоборствами развивают у ребенка силу воли, укрепляют тело, воспитывают в подрастающем поколении дух воина и самодисциплину. И что немаловажно, учат размышлять. К тому же это сегодня один из самых популярных видов спорта в России. Может, и вашему ребенку он подойдет.